Сегодня замечательный день в жизни Воронежа, и не только Воронежа, но в жизни всех российских людей, которые знают, что такое великая русская культура и, в частности, русская классическая музыка. Вячеслав Овчинников, без преувеличения, можно сказать, один из самых крупных российских композиторов 20 века. Мне чрезвычайно дорого то, что я его знал, я с ним работал. Он написал несколько незаменимых, просто, на мой взгляд, незабываемых тем и мелодий не только для моих фильмов, но и для одного из величайших русских фильмов второй половины 20 века «Войны и мир». Вообще он великий русский музыкант и композитор. И поэтому то, что сейчас открывается, сегодня открывается, памятная доска, посвященная пребыванию жизни Овчинникова в Воронеже, это событие, я считаю, нашего вообще национального значения. Я бы очень хотел поблагодарить не только скульптора и создателя этой хорошей работы, на мой взгляд, но губернатора Александра Ильича Гусева, и департамент культуры, и лично главу департамента, Мазур Марию Александровну, которые столько положили сил, чтобы состоялось открытие этой доски. Я надеюсь, что мы еще сделаем несколько важных шагов для увековечивания памяти одного из крупнейших воронежцев Вячеслава Овчинникова в вашем городе и в Москве тоже. Спасибо большое, я жалею, что я не с вами сегодня в этот день.